Так значит, вы оттуда ничего не привезли? Подожди, вот, пожалуйста, подождите. Вот. Как это ничего? А впечатление? У нас с Львом Николаевичем масса ярких впечатлений. Вы извините, Машенька, но впечатление – это ваше личное дело. А вашей редакции нужны вещи более существенные, чем ваши впечатления. Снимки. Документы, слайды, да. Рукописи, записи. Да на конце концов, фольклор, черт возьми. Есть фольклор. Мы оттуда песню привезли. Да. Замечательную. Песню? Про цветной снег. Да. Возможно, и вы размышляли об этом. Не лучше ли снег, обладающий цветом? Или лиловый, или бордовый, или зеленый, или же беж. Какой бы нарядной была бы зима бы, и были бы не белые снежные бабы, или лиловые, или бордовые, или зеленые, или же беж. Снежки у мальчишек цветными, и были б цветными, и тучи над ними, или лиловыми, или бордовыми, или зелеными, или же беж. Не худо бы сбыться мечте этой смелой. Но с неба по-прежнему падает белый, снежный, нежнейший, снежный, снежнейший.